В деревне Ласта Ижемского района ликвидирован лесной пожар. Возгорание обнаружили днем 15 июля благодаря разведке с воздуха. Парашютно-пожарные команды приступили к тушению огня в 18:40. Локализовать пожар удалось в 8:30. К полудню он был полностью ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,3 гектара. Причина возникновения – сухие грозы. По данным информационной системы «Лесные пожары», на 17 июля в Коми обстановка спокойная. Ни одного пожара не зафиксировано.